Испокон веков мы хотели узнать, как же возникала наша Вселенная. Был ли это блестяще продуманный план или что-то гораздо более абсурдное? Нафталин моих мехов, конъюнктивит моих очей. Ты станешь моей подругой из жизни? Я расстаюсь с тобой. Что? На аватарке ты куда красивее, чем в реале. В этом году мне нужна лишь любовь. Неужели я слишком многого прошу? Звездопад! О, я загадаю тебе красотку! Желание Сида всех нас погубит! Метеоритный дождь! Метеоритный? Дождик? 20 век Fox и студия Blue Sky представляют. О, здорово, ребята! Пап, ты что тут делаешь? Это только начало. К нам несется астероид исполинского размера. Мы пойдем на место падения, все там исследуем и придумаем, как его остановить. Ну, кто со мной? С тобой хоть на край света и назад! Зад! Кошмар. О, мы круто смотримся. Как думаешь, это очень опасно? О, прикольно. Завязывайте. Мэнни, Элли, Сид, Диего, Бак и Скрат. Перестаньте. Вот зануда! Берегись! Бежим! Быстрей! Пещеру! Бабуля, быстрее! Перестань торопить меня! Меня чаще било молнией! Бабуля! Чем ты ел супчик на обед? Ледниковый период. Столкновение неизбежно. Походу, он замедляет ход. Да, мы будем жить! Мы все умрем. В этом году...